На Камчатке под суд пойдут двое мужчин, сколотивших браконьерскую бригаду с подростками, сообщили в краевой прокуратуре. Речь идет о елизавчанах 34 и 26 лет. Они обвиняются в организации незаконного вылова лосося на нерестовой речке с причинением ущерба в особо крупном размере. Каждому из мужчин грозит до 1 000 000 рублей штрафа. По версии следствия, преступление они совершили прошлым летом на реке Авачи. В складчину купили лодки с моторами, снасти и рации. В браконьерскую бригаду они набрали еще 8 человек, в том числе двух подростков 15 и 16 лет, которые предупреждали подельников о приближении рыб-инспекторов. В момент задержания у браконьеров изъяли 120 хвостов киты и нерки, а общая сумма ущерба составила 350 000 рублей.